привет! С вами Ксюша Рубль, канал Клуб Шопоголиков. Мы с вами в США и отправляемся в американский аутлет. Давайте посмотрим, пройдемся по нему. Мы здесь совершаем наш шопинг для наших шопоголиков, живой шопинг-марафон. Посмотрим, какие есть там бренды, как все устроено и как делать, самое главное, выгодные покупки. Ох, погодка сегодня не очень летная, но наш шопоголиков это не останавливает. Мы наденем маски, у нас есть шарф и пойдем в магазин. В принципе, все аутлеты, они выполнены по одному принципу. В США существует несколько сетей аутлетов, но самые известные две – это Simon и Tanger. Мы сейчас с вами приехали в аутлет в сети Simon. Мы добирались до аутлета на машине, все аутлеты в основном расположены за городом, и приходится преодолевать большие расстояния, но это не проблема, потому что выбор брендов здесь очень хороший, и шопинг будет замечательный. Безусловно, в аутлетах представлены американские бренды, здесь нет практически европейских брендов, но это, наверное, и правильно. В Америку мы приезжаем из исключительно за американскими брендами, Европе здесь покупать дорого. Самые, наверное, яркие представители – это Michael Kors, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Coach бренд, как раз стою около него. Конечно, есть еще маленькие бренды американские, типа Banana Republic, что-то еще, но они неизвестны по всему миру. В принципе, мы с шопоголиками за ними как-то не охотимся, поэтому нам интересны вот эти магазины. Посмотрите, есть такие табло электронные, Simon, мы можем тапать по ним, и здесь очень удобная карта. Кстати, кроме этого, можно скачать приложение аутлета, что тоже очень удобно, и там есть виртуальная карта, показывает твое местоположение и показывает, как дойти до того иного магазина, который интересует. Ну и, соответственно, остальные указатели тоже все есть в удобном электронном формате. Приезжая в аутлет, конечно, мы тратим обычно здесь целый день, и нужно где-то кушать. Давайте посмотрим еще на большие фудкорты, потому что, конечно, когда мы приезжаем в аутлет, мы тратим здесь много времени, много часов, и нам нужно где-то будет подкрепиться. Есть Starbucks, есть фудкорт, где можно покушать, там разные корнеры есть, но сейчас тут немножко все как-то закрыто, как будто бы, нет? Фейсмаск. Надо фейсмаск. Знаете, мои самые любимые бренды, наверное, это Coach и Ralph Lauren. Ralph Lauren обожаю за качественную стильную одежду, а бренд Coach за классные аксессуары. Почему мы вообще приезжаем в аутлет и шопимся для наших шопоголиков? Потому что, делая большие покупки, мы получаем еще больше скидок, а значит, это еще выгоднее. Поэтому давайте начинайте, пойдемте скорее шопиться и покупайте много-много классных вещей. Ну что ж, тут мы попадаем в сумочный рай, просто рай для шопоголика. И посмотрите, какая классная коллекция вышла с супергероями Marvel. Хочется сказать отдельно, что здесь все так лаконично стоит, очень-очень классный мерчендайзинг. You want me to hold them at the register? Yes, if you can save, yes, I will help you. And also I'd like to ask, they have small organizers with the bottles in this, this color? Organizer? Yes, not jeweler, no. I mean a small. The pillbox? Yes, the pillbox. You have? If you have three pieces, I will buy three. Okay, I'll check. На самом деле мы сюда ехали за моим рюкзаком, как у меня, потому что их заказов очень много на них, но, увы, сегодня нам не удалось их достать, зато в предыдущие дни нам удалось выловить аж целых 30 штук для наших шопоголиков. Ну что, сразу сделали покупки и летим дальше? Я предлагаю дойти до Michael Kors. Если сравнивать два типа аутлетов, Tanger и Simon, мне, наверное, больше нравится Simon наличием магазина все-таки побольше. И в целом почему-то здесь как-то больше порядка. Не знаю, в Target у меня было такое ощущение немножко хаоса. Ну, возможно, это мое личное ощущение, на самом деле обе сети классные. А если говорить про скидки, то в целом они одинаковые. То есть если есть какой-то промоушен в одном аутлете, в принципе, такой же промоушен будет и в другом аутлете. А еще можно купить дополнительное участие loyalty, да, то есть можно поучаствовать в программе вознаграждений и, соответственно, тоже получать дополнительные скидки, какие-то промоушены, экстра скидки. Но для этого нужно стать членом этого клуба, не только клуба шопоголиков, но и клуба еще аутлета. Michael Kors идем, потому что это, наверное, второй самый любимый, не второй, а еще один любимый бренд наших шопоголиков и мой в том числе. Там очень огромный выбор аксессуаров, сумок, обуви, одежды, кстати, классная. Сейчас сезон осени, очень поступили чудесные новинки, куртки, пуховики. Кстати, еще одно отличие, я вспомнила, у Simon есть детские площадки. В Tanger, например, я не видела таких. Еще отличительная особенность в том, что в Tanger это ну, просто магазинчики, не то чтобы они отдельно, они, конечно, вместе стоят, но там нету сервиса, например, как здесь. Детские площадки, фудкорты. Какие-то места для отдыха. В Тангере все как-то сухо и просто, здесь больше комфорта. Но зато в Тангере можно подъехать к каждому магазину прямо на машине, потому что парковка, в принципе, она есть везде.
Но здесь нужно припарковаться на отдельной парковке и уже идти пешком. И в целом, кстати, одна из особенностей Саймона, что они не делают переходов между магазинчиками улицы. То есть это такой по кругу идет аутлет, и мы должны преодолеть большие расстояния, чтобы пробежать от одного магазина, например, до другого. В Тангере это гораздо проще. Посмотрите, новая какая коллекция чудесная с нью-йоркскими такси. А еще, я знаю, здесь есть очень классный зонт с такой же темой. Наконец-то обложки нашла. У нас, как всегда, всем шпагуликам вот в один момент нужно кучу обложек купить. И мы не знаем, сейчас вот есть 4, а нам нужно их 10. Достанутся они нам или нет? Ждем. Наберем все. Ванильку тоже. Ой, шоколадная тоже классная. Видите, внутри какие вместительные. Значит, даже сюда можно денежки убрать. Если говорить про разницу цен, то с Россией, например, здесь можно выловить сумки до 70% ниже. Представляете, как круто? Все, бежим скорее в следующий аутлет. У нас куча просто еще задач. Нам надо поехать в другой аутлет, успеть до его закрытия и сделать еще там покупок. Погнали! Наш шопинг вечерний закончился. Мы уезжаем битком, как и каждый предыдущий день. До встречи на следующем шопинг-марафоне. Смотрите за нами в Инстаграме, смотрите за нами на Ютубе. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Всем хорошего дня. С вами была Ксюша Робуль и канал о выгодном шопинге. Как делать покупки наших любимых брендов гораздо выгоднее. Мы знаем секрет.